слушайте, всякие видел сувениры, всякие видел подарки, мягкие игрушки, но, Ирина Сатановна, вы волшебник, вы кудесница. Вот такой игрушки, дорогие друзья, ну, честно говоря, никогда не видел, ведь она, смотрите, можно дотронуться, у нее буквально вот и шерсть, и кожа, как настоящие, да, а это ягодка, вы посмотрите, эти глазки, ушки, да. Ирина Сатановна, кукольный мастер из Москвы, тоже смотрит каналы Татьяны Алексагиной, вот, прочувствовалась, прониклась, даже фанатеет где-то, может быть, вот, но сделать такое может человек только, не только с большой любовью к животным, но и большой мастер своего дела, вот, безусловно, даже не знаю, как эту игрушку, это сразу арестовать в музей парка, это самое, поселить, или все-таки дать Татьяне Викторовне поиграться недельку, как вы считаете. Но посмотрите, эта Люська никогда не вырастет. Это гамандриленыш, который сделан, ну, вот из таких современнейших материалов. Посмотрите, у нее даже маникюр, коготки какие замечательные. Посмотрите, какие. Просто и юбчонка, и труселя наши. Да, труселя, как положено, все эти самые. Я знаю, что этот мастер очень любит обезьян. Слушайте, обезьян любит, но я не знаю, какую премию заслуживает этот мастер за вот такие вот игрушки. Это большой труд, безусловно. Эти глаза, это... Я не понимаю, как это все делается. Вот, вы волшебник, Ирина Александровна, вы просто волшебник.